Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пополнил свою коллекцию новыми монетами, но, к сожалению, они все из обихода. Посмотрите, какие грязные и залапанные монеты руками. Следы пальцев, отпечатки. Из монет, что я приобрел? Точнее, мне просто подарили. Монета 1150 лет зарождения российской государственности. И остальные города России. Города воинской славы. Белгород. Курск. Монету кто-то пытался чистить. Она сама по себе такая. Ельня. ₽10. Амурская область. Биметаллическая. Она самая такая интересная и более чистенькая. 10 центов Франция, евроцентов. 2 евроцента Бельгия. И 2 евроцента Испания. Монетки видите, в каком ужасном состоянии. 1 гривна украинская, посвященная футболу, евро 2012, когда происходило на Украине и в Польше. 1 гривна 65 лет победы. И просто 1 гривна. Украинских монет у меня в коллекции не было, но увидел 3 гривны, и они меня заинтересовали. Ну а теперь произведу чистку. Опять же попробую средство Цептор. Такой бутылочки 500 миллилитров. В альбом хочется ложить красивые монетки. Я уже до этого чистил этим средством. Ничего плохого монетам оно не сделало. Сразу делаю на коврик, его помою. Средством я очень доволен. Чистил монеты, все время кожа рук контактировала с этим средством. Рукам ничего не стало. Круговыми движениями видно, насколько монеты становятся чистыми. Долго не буду их тереть, они быстро отходят. А мылом мыл, так не получается очистить отпечатки пальцев и всю грязь, которая налипает на монеты.
на десяточке биметаллической. Пятна какие-то. Говорю, монеты с оборота. Привезли их с России. Не то, что где-то покупал на аукционах, что был мешковый сохран. А монеты, которые давали на сдачу. Долго не тру, все делаю очень быстро. Вот эта монета какая-то интересная, похоже, что ее пытались чем-то чистить, но скорее всего мылом мыли. Пройдемся по гривнам. Они более чистые. Буквально пару раз тирану. И все. Теперь евроценты. Не знаю, они уже такие закорелые. Поможет ли им что-нибудь, не знаю. Потереть подольше. Все грязное внутри. Монетки интересные. Я собираю пока что все монеты, которые попадаются. Только что предпочтение есть. Корабли, флора и фауна. Более красивые монеты мне нравятся. Но в альбом можно вложить любую. Монета есть монета. Двушечки приходится тереть подольше, но оттираются, хорошо оттираются. Что подольше нужно тереть. Тоже какие-то налеты какие-то. Немножко полежит. Десяточку.
города воинской славы как-то побыстрее чистились. Ну, теперь пройдусь быстро тряпочкой. Ну, все монеты не буду показывать на видео. Сейчас их потру быстро тряпкой, промою и покажу вам получившийся результат. Но уже видно, насколько хорошо отошла эта грязь и налет. Ну вот, друзья, промыл монеты в мыльном растворе. Как они смотрятся после чистки? У меня таких монетки было две. Вот вы видите сравнение. Вот монета после чистки. Такая она была до чистки. Насколько монеты отличаются. Аж блики идут от блеска. И вспомните, какие они были до чистки. Евроценты. Десяточку посмотрим. Теперь приятно монеты положить в альбом. А не то, что было до этого, и какие они были грязные. Ну, на этом, друзья, буду видео заканчивать. Буду рад, если кому-то помогу в выборе средства для чистки монет. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Всех благ вам и вашим близким, друзья.